На собак. Идем. Выщипить ему на голову. Аппарат.
пух. Крепление крупным планом. Такое крепление. Тоже на сухарях там все сделано. Скрутили. Поставили. Хотя лучше бы, конечно, лучше я сначала вот это. Значит, что нам надо сделать? Немножко. Вот тут крупным планом надо показать. Немножко неудобно пока сделано. Но это, естественно, только пока. Вот, теперь будем рвать полку уже палки. Забыл, надо было рельсу сначала. Когда мы так. Вот. Вот. Блин, теперь опять это вывалилось. Я потом на монтаже. Есть? Угу. Тут видишь, такое бокопорство. Ну. Ну, лучше. Вот, значит, что у нас тут есть? Супермагнит. Это для телефона. Это я потом покажу. Крепление. Крепление для фотоаппарата. Да что ты будешь делать? Чё? Ну, тут вот эта штука у нас регулирует. Ой! Ну, как-то так. Как-то она так работает. Вот. Тут у нас экран. Это покажи, вот он. Со стороны покажи. Оттуда. Вот экран. Он у нас гнется. Вот. Берем. А, вот еще зажим. Фокус, значит, наводим. Вот у нас ручка затянули. 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 Вот так у нас фокусировка. Thank you.
ты как бы кадр заслонила, получается. Вот как-то так. Все, конец. Фокусируемся тут. Смотри, как бы кадр заслонило получается. А, тут же нету приближения. Все неудобно. Ну вот как-то так. Все, конец. Тут включаем connection to smartphone. Вот у нас картинка уже есть. Вот мы фокусируем экран, вводим назад, вперед его, фокусируем, сфокусировались, перефокусировались и сняли. Вот это я кручу экран, тут немножко не доделано, вот. Не очень удобно, пусть так будет, пусть так. И фокусируемся на экран. Так, перефокусируем. Thank you.
чуть-чуть выше подниму. Tripod. Ну, сам взрывайтесь.
Да. Ой. Немножко струсить. Дети рабочих, свейтесь кострами. Синие лучи, пенсионеры, дети рабочих, свейтесь кострами, синие лучи. Ну, что, приятно. Ветрено было. Я бы вот такие кропи залышал. О, не-не-не-не. Ты на куртке твоей. Да, еще грязный экран. Гофра. Пачка. Травовал. Ну да. Ну тут приятно трава. Мультиэкспозиция. Давай дальше. Ну тут что-то тоже в кадр влез. Такое непонятно. Фокусом. Ну, то есть оно где-то сфокусировано, где-то вот тут же ж есть. Mm-hmm. Но вот именно основной фотоаппарат что-то нет. Не сфокусировался. Вот тут уже нет. Контраст чуть-чуть дать. Пересвет. Ну, такое. А бы еще взять эти гили. Там, где желто прямо. Угу. Можно чуть-чуть. Ну такое ЧБ. Тут все уже.
Тут смак саме в цих плямах різних. Ну от і що, ну, читаю, різкості ні. Ну тому що там вітер хитався. Це не шевелёнка, це... Вот, то есть оно где-то здесь вот резкость, вот. Но ее нет, это Олимпус не сфокусировался. Ну так, можно чуть-чуть что-то привести. Но мне не нравится. Что-то вот повело. Ну, це это... мені подобається. Ну, тут навіть підсвітився, так. Да. І... А тут шла это, облако шло. Кот. Тум-тум. І от, ну, світ упав. Цікаво. Ну, це приємно по кольорам. Ну тут обличчя мені більш подобається, а то по кольорам. Тут різкі тіні. Ну, якби. А, що там? Корекція. Ладно, что-то я не знаю. Что там имеется в виду? Ну так, если весь кадр... брать. Ну, це подобається. Чуть посвітліше, mm-hmm. чуть цвіта можна чуть-чуть придавити, чуть контрасту. Вот. Ну да, тут как-то что-то тень какая-то куда-то упала. Вот еще есть тоже такая. Будьте здорові. Дякую. Ну, ця мені подобається. Навіть так от в гофрі подобається. Цікавий ефект. Ну так, ну тут немного хочеться... Ісправити. Ісправити, так от. От так і завжди. До речі, теж нічого по обличчю. Мені подобається. Збережи її теж. От такое дуже. Душу себе з красним носом. А ця подобається, тут живий погляд. Ветрено было, ветрено. Так, тут, может, другая локация. Там, значит, под оранжевым тентом. Тут, кстати, надо все это самое. Стандартное убрать. Вон как-то. Ну, зеленка, это ж... Там все оранжево. Ну я имею в виду, что в листве оно все это понятно, сейчас оранжевое. Такое, что может даже фотографировать.
фокус есть какой-то. Ничего нет. Чуть посветлее. Ну, там вроде лучше были какие-то. Шевеленка. Покажи больше. Ну, что-то есть. Я бы вот так, наверное, бы еще и взяла. Ну, можно трохи далее вот, крупнуть. Ну, сверху свет тут, конечно, пятно такое получилось. Я бы светлее сделал. И оно, видишь, сразу выбивать начинает. Ну, такое. Можно придираться. Ну, залет очень приемлем. В оранжевом светлом. Он и себе авто взять. Синего. Ну, гофра все-таки просвечивает, и она вот такой цвет дает. Мне кажется, это именно из-за гофра. А ты ж цікаво тут. В цьому, знаешь, як, начебто в якомусь театрі. Ну, ця гарна. Где-то так. Да? Подходит. По цвету. Ну, оно будет, оно всегда тут тонирование. Это только. Так мне подобается. Хотя пальто черное, вот мы можем по пальто стрельнуть, биобаланс. О, нет. Синюшная, да? Угу. Вот так. Ну так, ничего. Чуть-чуть контраст бы тут даже. Ну, чё, гистограмма плюс-минус. То есть пересветов нет, вот синий ушло, но это чисто. Ну, желтого много. Ну, там приемный желтый, не требуется. Не, ну просто выбит там нет. Мені подобається силует, тут подобається. Все якось так закомпонувало. Интересно. Это художество. Покажите больше. Тут девочки такие изящные. Ну тут шевеленка. Тут. Блин, ОБС притормаживает трошки. Ну, щось в цьому є. Залиште теж фотку. Мені вона подобається. Я нічого не удаляю. І так, і сяк. І косяк. А покажи будь. Нічого, хорош. Я себе здесь нравлюсь. Это главное. Ну, так. Ну, переконтрастивать. Не надо. Не надо, все, оно мягенькое. Ну, ты же говорил. И тут у нас. Моргнули. Ну, это там. Выдержка была, наверное, секунд 10. Тут я что-то на резкость не мог. Ну, это тяжело, конечно. Ну, вот это интересно. Наверное, это будет самый последний вариант. Ну, завышай гофр, высек там локоть пишу. Ну, давай, давай, ставим. Кривыми, наверное, лучше как-то. Чуть-чуть бы я деталей дал каких-то. Нет. БС притормаживает. Все.
сети носят здесь мало. Хотя, ну, можно так, можно чумбой сделать. Может быть, в синий. Ты чё, в колеры мне тоже подобный. После синего желтит. Да, может, здесь на трухе. Че червоного тут пробрата. Какие-то примесь красного. Двинуться в... Ну, листочек еще желтый. С собой еще дыра. Нет, это уже холодно. Так. Ну вот, так. Ключ. Ну, якось вона. Ну да. Ну, тут книжка. Вообще ничего не хочется чипати. Я бы тронул. Ну, только не контраст. Ну, це вообще як розплавилось. Офігенно, мені це подобається. Прокадрировать хотя бы или там. Блин, тормозит. Тоже приятно. Оксана ведь краще. Ну там верхние листочки потекали. Мені з гілочка там дуже сподобалось. А тут дуже гарний сценарій, але не вистачає персонажа. Або якогось ще щось тут. А може і ні, ти знаєш? От не треба контрастів. Ну і в смысі не треба. Надо? Не сильно, але все одно треба чуть-чуть. Ні, там було приємно. А що, що-то змінилось? Зараз, ну, може, да, дуже багато жовтого. Воно жовте. Ну, я по синьому смотрю, синій завален. Значить, ну, взагалі, да, много. Где-то оно, типа, ушло. Вот так, да. Ну, как-то так. Ну, і так, конечно. Даже вон, вибран задерли, все равно, оно все жовте. Ну, то есть... Ну, тому що там все жовте було. Ну, да. Ну, такое, в общем. Вот ту и першую елочку покажи. Ну, то она мне не сподобалась. Такая тепло расплавляющаяся. Да. Есть такое. Ну, там даже непонятно, на что фокусироваться. Оно все равно. В жовтом. Не зажимаю. Ну так. Грязный экран. Ну, такое, что все, конец кино.